Друзья, рады видеть вас на канале «Вкусно и дружно». Всем привет! Привет! Сегодня у нас четверг, а четверг, как известно, рыбный день, а значит, мы с вами будем готовить... Конвертики из листового лаваша с минтаем, запеченным в духовке. Для этого нам потребуется лаваш, минтай, филе, 200 грамм сметаны, зелень, помидоры, специи и укропчик, и чеснок. Приступаем к приготовлению, друзья. Для начала нарежем зелень. Нарезать будем мелко. Лук нарезан, отправляем его в пиалку. Далее нарезаем укроп, также меленько. Укроп нарезан, отправляем его в пиалку. Теперь нарежем помидоры мелким кубиком. Помидор в нашей рыбке придаст сочность. Помидоры нарезаны, отправляем их в пиалку. А сейчас, друзья, мы для нашей рыбки приготовим соус. Сухой чеснок у меня, 1/2 чайной ложки. Приправа для рыбы, 1/2 чайной ложечки. Горчица, 1 чайная ложечка. Растительное масло, 2 чайные ложки. И добавим душистого перца. Теперь все перемешиваем. Берем соли. Посолили хорошую щепоточку. И, друзья, наш соус готов. Вот такой он у нас получился. Теперь, друзья, мы можем приступать к формированию наших конвертов. Друзья, для начала смажем противень растительным маслом. Буквально капельку. На всякий случай, чтобы наши конвертики не прилипли. И приступаем к формированию конвертиков. Берем лаваш. Он у нас уже порезанный. Берем лучок. Кладем на лаваш наш лучок. На лучок выкладываем нашу рыбку. Теперь выкладываем соус, чтобы рыбка была сочная. На соус укропчика. На укропчик выкладываем помидорчик. И формируем конвертик. Вот такой конвертик у нас получился. Выкладываем его на противень. И приступаем к следующему конвертику. Все следующие конвертики, друзья, мы будем формировать таким же аналогичным способом. Вам уже это показывать не будем. Покажем готовый результат. Друзья, не забудьте подписаться на наш канал, нажмите на колокольчик и включите уведомления. И, конечно же, досмотрите наше видео до конца. Будет очень вкусно и очень интересно. Друзья, наши конвертики сформированы. Оставшимся соусом хорошо их смазываем сверху, для того, чтобы у них была зажаренная красивая корочка. А теперь сверху посыпаем их кунжутом. Друзья, наши конверты подготовлены. Отправляем их в духовку на 35 минут при температуре 180 градусов. Для вас это время, друзья, пройдет незаметно, ну а мы немножко подождем. А вы пока можете подписаться на наш канал. Друзья, прошло 35 минут. Вытаскиваем наши конвертики. Они готовы. Вот такие они получились. Посмотрите, друзья, какие они румяные, красивые у нас получились. Сейчас мы будем выкладывать их на блюдо. Один обязательно разрежем и покажем вам, как он выглядит внутри. Выкладываем наши конвертики. Наши конвертики с филе минтая уже на блюде, друзья. Посмотрите, это просто, как любят говорить многие блогеры,
Настоящий шедевр. Сейчас мы один из них разрежем. Как вы видите, друзья, сверху наши конвертики хрустящие, а внутри сочные, пропеченные. Вот посмотрите, друзья, как они выглядят внутри. Настоящая вкуснятина. Вот такая вкусняшка у нас получилась. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк нашим видео и не забывайте подписываться на канал. И главное, друзья, готовьте вкусно и дружно. Всем пока-пока! Пока!